Народный художник СССР Павел Корин всем известен полотном «Александр Невский», портретами Жукова, Горького, Кукрыниксов, Симонова. Он автор мозаик на станциях метро «Павелецкая», «Смоленская», витражей на станции «Новослободская». Мощь, одухотворенность, изощренная техника – все это черты стиля великого художника. А вот истоки всего этого мастерства в следующем. Корин родился в семье иконописцев, потомственных. Он учился с 1903 года в Палевской иконописной школе. Был принят в иконописную палату Донского монастыря. Великий Нестеров всегда ставил Корина в первые помощники для росписи российских церквей. В 1916 году творец был направлен великой княгиней Елизаветой Федоровной в Ярославль и Ростов для изучения фресок древних монастырей. Так бы все и продолжалось. Но, увы, большевистский переворот перечеркнул дальнейшие планы. Все считают, самым выдающимся полотном должна была стать картина «Русь уходящая». Этот грандиозный замысел возник у художника во время похорон патриарха Тихона. Это было в 1925 году. Работу эту он тогда закончить не смог, но были сделаны 29 эскизов. Умер народный художник в 1967 году. В заключение скажем, коллекция икон Павла Корина была одной из самых больших и интересных в СССР.